Здравствуйте, гости и зрители моего канала. Вас приветствует Татьяна. Вот и конец октября. На балконе осталось совсем немного цветов. А на улице уже холодно. У нас по ночам уже минусовая температура стоит. На балконе тоже совсем-совсем уже не тепло. Сейчас вот поздний вечер. И вот, посмотрите, всего 5 градусов на балконе. И часто выбегать на балкон, поливать цветы как-то уже не хочется. Боишься заболеть, постоянно выбегая на холодный балкон. Поэтому я решила все цветы уже убрать. То есть занести их в квартиру, убрать все поддоны и навести порядок на балконе. Ну, какие-то, конечно, цветы, может быть, еще останутся, так как в квартире для всех места не хватит. Вот эти цветочки с подоконника сейчас занесу на ту сторону, то есть в дом. Это те цветы, которые я пересаживала в хорошие вазончики, те, которые я выбрала, самые такие красивые, крепенькие росточки. Сейчас мы их расставим на окошке, постараемся, чтобы все они поместились, так как здесь будет не только герань, но еще и колиусы, также еще и традисканция Рео здесь должна поместиться. Короче, постараемся всем найти место. Ну вот так вот разместила я свои цветочки на западном балконе. Здесь практически целый день светло. Я думаю, им здесь будет очень-очень хорошо. Единственная проблема здесь – это то, что на этом балконе, ой, на этом окошке очень-очень жарко. Здесь вот такая большущая батарея, которая просто очень-очень горячая. Я ее закрываю одеялами, чтобы не было сильно жарко. И цветы на этом окошке приходится поливать практически каждый день. Ну вот так. Все свои цветы я установила. Теперь они будут находиться здесь. А все, что у меня осталось, пока останется на балконе. Колиусы тоже хочу убрать. Не буду ждать, когда они сами там замерзнут. Уберу, наведу порядок. Отряхиваю землю с корней, а саму землю оставлю. Может быть, она еще на следующий год нам пригодится. Петунию тоже хотела убрать, но, знаете, рука не поднимается. Смотрите, они какие красивые. Они еще цветут и цветут и радуют меня. У меня собралась целая коробка транспортировочных вазончиков, горшочков. Вот надо их разобрать. Все где-то какие-то помыть, какие-то просто освободить, где-то там от мусора. Все аккуратненько сложить и убрать до весны, чем я сейчас и занимаюсь. Осталось немного удобрений, земли разные. Тоже надо аккуратно все сложить и сложить все в одно место. Ну вот так вот все разобрала, где-то помыла, что-то выкинула, что лишнее. Все сложила в одну коробку, так получится аккуратненько. Я буду знать, где что лежит. Теперь поставим все это на полочку
до следующей весны, до следующих новых растишек. После работы с цветами и землей пол как на огороде. Мыть его пришлось несколько раз. Ну вот так все эти цветочки у меня теперь на месте. А на балконе остались те, которые должны, которые я должна продать. Ну и те, которые, вот, как говорится, сколько выживут. Петунию тоже хотела убрать, но рука не поднялась. Пока оставлю. Здесь тоже гераньку, которая у меня повторы, которая лишняя, она у меня будет здесь, на этой стороне, подальше от окошка поставила, чтобы не было холодно. Ну, надеюсь, что еще какое-то время они у меня здесь побудут. Ну, вот так вот, навела порядочек немножко. Теперь не буду выходить на балкон так часто. Сюда вот, кстати, убрала землю. Пусть она у меня здесь стоит на следующий год, она мне пригодится. Промерзнет на балконе, и с ней все будет хорошо. Вот и закрыт дачный сезон на моем балконе. А вам, мои дорогие зрители, спасибо, что заходите, спасибо, что смотрите. Если вам нравится наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, всем здоровья, всем пока-пока!